Модборд переводится с английского как «доска настроения». Обычно используется дизайнерами для визуального представления проектов. Но сейчас чаще всего модборд переводят как «доска вдохновения» или «доска визуализации». Это очень актуально для всех людей, занимающихся творчеством. Как же сделать модборд? Берем большую пробковую доску или кусок картона, или лист ватмана, пенопласта и прикрепляем к ней все, что нас вдохновляет. Различные картинки, фотографии, вырезки из журналов и газет – все подойдет. Работы любимых авторов, а также любимые цитаты и различные вдохновляющие мелочи. Прикрепляем все это кнопками, скотчем или клеем. Я обычно использую канцелярские кнопки и иголочки. Модборд мы создаем для себя, для создания определенного настроения, для вдохновения, чтобы постоянно подпитываться им. Модборд можно постоянно обновлять, менять под свое настроение или под свою работу. Обычно я делаю модборд по сезонам или по месяцам, но всегда оставляю место для цитат, их я меняю почаще. Вы видите модборд, который я создала в апреле.